Сейчас травку принесем. О, вот и дождик-то закончился. В этом году лето интересное, тропическое. Всем привет, дорогие друзья! Привет моим подписчикам, зрителям. И вот, наконец-то, долгожданное видео про асфальт. Я знаю, что многие мои зрители, мои друзья ждали этого видео, что когда-нибудь он появится у нас во дворе. И сегодня вот этот торжественный момент настал, когда я могу его показать. Вот. Что хотелось бы отдельно отметить. Я сейчас иду по той тропинке, которую, можно сказать, оплатили мои подписчики. Те люди, которые спонсировали нас, те люди, которые присылали мне донаты на асфальт. Ровно 42 тысячи ушло для того, чтобы вот это сделать. Вот. Так что огромное-огромное спасибо. Сейчас покажу, что мы сделали уже за свой счет. Вот так теперь выглядит наш двор. Заасфальтировано полностью все между тремя сараями. Сделан скат небольшой, чтобы, вот видите, дождик прошел, а луж нету. Вот, сделано все было по уму, хорошо, мы проверяли, контролировали. Сначала выровняли землю экскаватором, не экскаватором, а трактором специальным. Потом засыпали песочка, потом гравий, все это утрамбовывали дважды, потому что с первый день утрамбовали, на второй день был дождь сильный. И так вот утрамбовывали, потом настелили асфальт. Вот, посмотрите, как это здорово выглядит. И с этой стороны тоже. Так, что хочу сказать? Меня вообще, на самом деле, сначала резко возмутило, потом резко насмешило. Вот такое вот, можно сказать, пограничное состояние было, когда я узнала, что якобы кто-то, чего-то там мои подписчики видели на других каналах. Кто-то хвастается, что благодаря их деятельности, благодаря их какой-то там провокационной работе, люди теперь не донатят блогерам и не помогают. Вот мой ролик не только благодарственный, но еще и опровержение тому мнению, что на самом деле люди перестали делать добро, перестали помогать друг другу, ну, помогать тем людям, которые нуждаются. Отнюдь. Как видите, на моем примере, на примере нашей семьи, очень многие пожелали нам, как говорится, добра, прислали свои там 10 рублей, копейки даже кто-то присылал, 3 копейки, 1 копейку, 500 рублей, там 5 тысяч. Разные были донаты. Было очень много людей, которые присылали их, даже до сих пор присылают. Большое им спасибо. В общем, весь этот двор мы заасфальтировали, ну, вот на 245 тысяч. Еще сделали площадку для навоза небольшую, чтобы складывать его не на землю. И все, и теперь мы полностью счастливы. Я хочу сказать, что огромное спасибо, что так дорожите мной, дорожите моим здоровьем. По-честному сказать, даже стимулируете, как говорится, дальше продолжать вести это хозяйство, чтобы оно нас не огорчало как бы своим трудом, вот этим тяжелым, выматывающим. Вот сколько сейчас дней идет дожди, мы ходим по асфальту, уже, наверное, третий день, и ни разу наши ноги, как говорится, не утопли. То есть мы позаботились не только о моем здоровье, но и о здоровье моего мужа, о здоровье моих детей. В общем, огромное-огромное спасибо. Вот что я хочу сказать. Ну, а тем людям, которые продолжают, несмотря ни на что, как будто их кто-то заставляет смотреть мои ролики и злобствовать, я хочу пожелать вам, дай бог, чтобы в вашей жизни встретились такие же добрые люди, как мои подписчики. Вот, чтобы вы ощутили это, что такое поддержка большого количества людей, поддержка единомыслия. Я вам очень признательна, дорогие мои друзья, очень признательна. Спасибо вам огромное, что помогли нам заасфальтировать, что внесли свою лепту. Я действительно теперь буду ходить по этой дорожке, и не только я, но и все мои домочадцы, и будем вас вспоминать добрым словом, Бога просить вашего здоровья и благополучия также вашим семьям и вам лично. Вот, меня, конечно, переполняют все эти чувства, поэтому говорю, может, сбивчато. У меня сейчас трава ждет, которую я хочу привезти коровам. У меня дождик немножко, как говорят, это перебил с работой, но я сейчас вернусь к своей работе, и мы с вами поговорим еще на отвлеченные темы. Как всегда у нас видео дневник многодетной мамы, чем кормить коров, чем кормить коз, кто там родил, не родил. У меня есть очень много хороших новостей, но все по порядку. Thank you.
получилось у меня немножко тут сено с травой вперемешку. Сено доедаем, последние два рулона. По чуть-чуть даем им все равно, потому что сегодня вот не пасли их, поэтому косили. Конечно, постоянно пасти каждый день, я вам скажу, еще то приключение. Более-менее мы научили их ходить стадом. Когда уехали ромашка с черникой, они немножко сдурели, потому что, видимо, привыкли к определенному строю. Вот, сейчас у нас лидер, черника, халва. Вот, ну вот вроде два дня подряд гоняли, нормально было, потом все дожди заливали. И вот сегодня тоже дождь обещали, ливневый, он то идет, то не идет. В общем, с пастьбой сегодня пока временно, как говорится, отложили. Поэтому накосили траву, я вот им привезла сейчас на обед. Утренние они уже подъели почти до конца. Сколько косим, сколько Бог дает, сколько получается. Если не хватает, то сеном добавляем. Вот. Конечно, если рассказать вот весь день, что я сегодня делала, это даже мне сложно представить, если честно. Просто делаешь и делаешь, живешь и живешь в этом ритме. Не могу сказать, что очень рано сегодня встала, наоборот, нет, как-то вот старалась немножко полежать подольше, понежиться. Вот, зато потом без завтрака, без умывания, бегом-бегом доить, подоили. Но как же все-таки хорошо, друзья, когда у тебя твердый грунт под ногами, какое же это счастье. Дети сразу попросили купить им ролики, будут гонять. Вот, нам тоже нравится, как это все выглядит. Главное, так чистенько. Правда, дорожку к навозной куче мы немножко все-таки замусолили. Сейчас вам покажу, как мы там ровно стали выкладывать навозную кучу. И немножко сейчас поговорим об этом загоне, который тоже нуждается в чистке. Просто ждем мы хорошей погоды. Итак, друзья, как вы можете увидеть, здесь земля кучей лежит. Это та самая земля, которую счищали для того, чтобы уложить асфальт. Вот там на новой площадке, где у нас была постелена клеенка, вон она валяется вся изодранная. Мне кто-то советовал линолеум стелить. Ну, в общем, сами понимаете, у нас забирает тяжелая техника навоз, и это будет непрактично. Это будет все время все рваться, тем более у нас такого линолеума нету. Не хочется ругаться с теми людьми, которые забирают навоз, потому что для них в первую очередь это неудобно. Куски клеенки попадали в навоз, им, в общем, придется чуть ли не вручную все это забирать. Вот сейчас мы будем делать так вот аккуратненько по периметру выкладывать, потом будем заполнять серединку, потом опять по периметру, опять серединку. Это называется такая стяжка, ну или как, я не знаю, как правильно. В общем, так укладывается и сено. Большое количество сена, которое забирается, допустим, с луга на телегу, также укладывается сток сена, также укладывается вот навоз. Но мы вот тоже стали так делать второй год, конечно, более компактно получается. Коровы сегодня, говорю, дома, не гуляют. Вот наш пригон, это то, что вот вы видите, вот задралось такой пласт земли с сеном. Это, можно сказать, вот тот самый уровень, который поднялся за, получается, два года, как здесь гуляют животные. Я попросила вычистить трактором, попросила вычистить ковшом. Не получилось, потому что вот он тянется, это надо снимать электропастух, и ковшом здесь будет крайне неудобно. Договорилась предварительно, что будем чистить специальным ножом. Ну, то есть нож – это то, что чистит снег, только без резиновой прокладки. Будем вычищать около кормушки, около входа, потому что там очень сильно все это, ну, как бы поплыло. Еще за счет этих дождей очень сильно поплыло. Сегодня траву собирали вместе с соседом. Он тоже приехал с мотоблоком. Говорит, ну что, сезон начался. Сезон таких фермерских будней. Я говорю, да, он и не заканчивался. С одной стороны, мы очень радуемся, что вот трава такая прям сочная, что ее так много. Вот. А с другой стороны, работа-то прибавилась. Хочешь паси, хочешь коси, хочешь вози. Вот. Я, конечно, все равно рада. Рада тому, что такое изобилие еды. Если бы вот так вот круглый год питались коровы, вообще бы было бы круто. Вот. Но после Троицы мне уже, как говорится, объявили, будет привоз сена нового урожая. Будут косить потихонечку и возить. Поэтому, друзья мои, сейчас скажу. Вот и дождик пошел опять.
Донат не закрываю. Всем, кто хочет помочь накопить нам на нужное количество сена, а нужное количество сена очень большое количество, оно будет у нас, естественно, покупное. Сами мы не заготовим, у нас ни техники, ни сил, ни времени, ни пастбищ, ну, в смысле, огородов. То милости прошу, как говорится. Вот, помощь, от помощи мы никогда не откажемся, если нам кто-то захочет помочь накопить на определенную сумму на сено. Я сейчас не готова сказать ее, вот, я как бы обещала отчитаться об асфальте, вроде отчиталась, донат составил 42 тысячи, хватило сделать дорожку. Так что всем, кто говорит, что мы живем за счет подписчиков, имейте в виду, что 200 тысяч с лишним потрачено из собственного бюджета. Вот. Это, конечно, было бы, наверное, круто, если бы подписчики платили бы, не знаю, донатили бы больше, потому что подписчиков у меня много, и даже скинувшись по рублю, 300 тысяч человек, нам бы полностью оплатили бы весь асфальт, и мы бы не тащили эти деньги с сена, не продавали бы там коров. Но, с другой стороны, как есть, я говорю чисто откровенно, нравится вам это или не нравится, я не знаю, но тем, кто, как говорится, не жалел прислать и помочь, еще раз огромное спасибо, низкий поклон. Вот. Ну и до новых встреч. Скоро увидимся, да? Пока не раздождилось, то надо работать. Может, уже и домой пора. Ой.